Всем привет! С вами Анастасия и компания Мариади. Всем нам давно известно, что Швейцария обладает уникальными природными богатствами. Местные школы просто не могут этим не воспользоваться и предлагают языковые лагеря с прекрасными летними и зимними программами. Сегодня я расскажу вам про еще один лагерь Швейцарии, который называется Сюрваль Монтрёй. И про его летние и зимние языковые программы. Лагерь проводится на базе одноименной школы и находится в живописном городе Монтрёй. Это небольшая, но уютная школа расположена на живописных склонах города, а ее окна выходят на потрясающей красоты Женевское озеро. Так как школа Сюрваль Монтрёй – школа исключительно для девочек, лагерь не стал отклоняться от этих традиций и принимает только девушек от 12 до 19 лет. Но особенностью данного лагеря является то, что девочки, приезжающие сюда со всего мира на зимний период, могут заниматься наравне со школьницами основных курсов и посещать вместе с ними учебные и спортивные занятия. Об этом давайте по порядку. Английскому здесь уделяется 12 часов в неделю, но помимо английского девочки могут заниматься на уроках этикета, кулинарии и макияжа, выбрать дополнительный иностранный язык и посещать основные школьные дисциплины. Обычно девочки в качестве дополнительного языка выбирают французский, франкоговорящая часть Швейцарии как-никак. Что касается спортивных занятий, то, конечно, зимой на первом месте стоят горные лыжи и сноуборд. В выходные дни девочки отправляются изучать курорты Кштата и Вербье, а также школа предлагает целую неделю без академических занятий. В это время девочки отправляются в небольшую живописную деревеньку под названием Анзер, недалеко от курорта Вербье. Там их ждут целых 58 километров горнолыжной трассы. Днем они катаются на лыжах, санях, сноубордах, а по вечерам их ждут различные развлекательные мероприятия. Во время курса также организуют увлекательные экскурсии в Женеву, Лозанну, Берн, где девочки могут совершать пешие прогулки и отправиться на шопинг. Такая насыщенная программа на самом деле очень оправдана, ведь зимний курс рассчитан как минимум на 3 недели и максимум на 7. Как вы понимаете, девочки вполне успевают все: подтянуть язык, накататься на лыжах и сноубордах, найти подруг со всего мира, почувствовать настоящую швейцарскую зиму и насладиться невероятными красотами страны. Девочки с удовольствием постигают парусный спорт, виндсерфинг, рафтинг, водные лыжи, катаются на лодках и бананах и даже рыбачат. Кто сказал, что рыбалка только для мужчин? Летом девочки также отправляются в разнообразные экскурсии по швейцарским городам, ходят в кино, театры, посещают крупный джазовый фестиваль, сыроварные шоколадные фабрики, зоопарк, аквапарк, а также катаются на лошадях. Если вы собираетесь в лагерь в середине августа, то это самое лучшее время, чтобы наблюдать за звездами. Именно для этого девочки отправляются в ночные подходы с палатками вместе со своими преподавателями, чтобы стать свидетелями прекрасного ночного звездопада. И кстати, так как европейские города расположены очень близко друг к другу, у учениц есть прекрасная возможность заказать поездки в другие соседние европейские города, но за дополнительную плату. Если вас беспокоит вопрос о проживании, то спешу вас успокоить. Девочкам предоставляются комфортабельные размещения в школьной резиденции с трехразовым питанием. Обычно в комнатах живут по 2 или 3 человека, но по запросу школа может предоставить и одноместный номер. Если вы хотите узнать больше о языковых лагерях и не только, то просто позвоните нам по номеру или оставьте заявку на нашем сайте. Наши специалисты свяжутся с вами и с удовольствием проконсультируют по всем интересующим вас вопросам. Обратите внимание, что все консультации, помощь с выбором учебного заведения и последующим вас оформлением в нашей компании будет абсолютно бесплатно.
При нашем личном знакомстве мы расскажем вам про этот и другие швейцарские лагеря, которые бесспорно заслуживают вашего внимания. Подписывайтесь на наш канал, узнавайте больше о языковых лагерях вместе с Мариади. Ссылки на наши сайты вы найдете к подписи к этому видео. Надеюсь на скорую встречу с вами. Всего вам доброго, пока!